Финал Республиканской олимпиады по школьному краеведению собрал более 40 учеников со всех уголков Дагестана. Учащиеся защищали свои исследовательские работы о прославленных дагестанцах, живущих за пределами республики. Финалу предстояла большая и кропотливая работа. Дети писали письма, собирали воспоминания современников, налаживали связь с культурными центрами по всей стране. Цель подобных мероприятий – приобщить подрастающее поколение своей культуре и истории, выявить и поддержать талантливую молодежь и обменяться опытом краеведческой работы. Дагестанцы на разных широтах, под таким названием проходила олимпиада. Для победителя предусмотрено 3 первых, 3 вторых и 4 третьих места в зависимости от возрастной группы. Они получат дипломы и ценные подарки. Лучшие работы планируют опубликовать в газете «Учитель Дагестана» и «Туристско-краеведческом вестнике». Интерес у ребят повышенный. Встречались и непосредственно самими виновниками, скажем так, данной темы, с родственниками, очень хорошие, насыщенные доклады. Думаю, что на примере этих людей дети в дальнейшем будут строить и свои жизненные позиции.